Всем привет, спонтанный крафт, контракт вот закупил, получается, 10 скинов, вот смотри, сейчас выпадет, вот новый скин вот такой вот, SG-553R, коллекция Gamma 2, сейчас посмотрим, какой износ, это получается закаленная в боях, редко запрещенная. То, что может выпасть после этого, АУК Сидмит, MP9, воздушный шлюз, ТЭК-9, топливный инжектор. Вот, сейчас давайте, получается, посмотрим, сколько чего это стоит. Вот сюда вот зайдем. Получается, стоит это 26 рублей каждый. Это контракт на 26 рублей, 260 рублей, контракт на 260 рублей, 10 штук ровно. Ну, погнали. Напилим контрактик. Спонтанный такой контракт, крафт. На, получается, на запрещенное, редко запрещенное, закаленное в боях. Но закаленное в боях и выпадет, скорее всего. Если немного поношенное, может маленько с завода выпасть. Вот. Так что ставьте ставки, то, что выпадет. Я все-таки думаю, то, что выпадет, смотрите. То, что было бы хорошо, если, мне кажется, все-таки АУК Сидмит выпал. Потому что MP9 воздушный шлюз, это 150 рублей он примерно стоит. ТЭК-9 тоже 150 рублей, именно закаленная в боях. А на контракт было потрачено 260 рублей. Все готовы? Нажимаю кнопочку согласия на обмен. 10 штук к одному, 260 рублей. И выпадывает у нас. Опа, АУК Сидмит. Красная коллекция Гамма 2. Новый предмет, видите, да? Ну, только бы было все закаленное в боях. Интересно, был бы прямо с завода рублем, бы стоило хорошо. А это у нас, получается, выпадывает. Так, это что такое, не понял. Закаленное в боях и выпадывает. Винтовка засекречена. Так, это получается, сейчас посмотрим, как он выглядит. Вот так он выглядит, вот такой вот флот у него. 0,56. И стоит он, получается, продать на торговой площадке. Офигеть, 40 рублей. 120 рублей он стоит, 120 рублей. И у меня он стоит 141 рубль. На сотку в минусе. На сотку в минусе. На сотку в минусе. Вот так вот получается он. Выпал АУК Сидмит. Ладно, всем пока.